главному акту сессии. 22 часа 53 минуты 25 мая 2020 года. Заботиться, не нужно тратить, не нужно счета, нет необходимости переводить на особый счет. А в последний день.
акцент на второй медитации на ощущение обладания большими деньгами. Ну вот, вы поиграли с первой медитацией, которая призвана помочь вам понять, каково это иметь сумму в 3-6 миллионов долларов на банковском счете. Каково иметь эти деньги и соответствующие чувства. Первая начальная медитация, вы с помощью фокусирования внимания только начинаете искать эти чувства, находите их, ощущаете их вкус, а затем вызываете их в реальность. Медитация номер 2. Это следующий шаг. Если вы еще не
Отпускаем все постороннее. Отпускаем все посторонние мысли, потому что сейчас станем фокусировать внимание исключительно на 3,6 миллиона долларов. Посмотрите на эти цифры. Смотрите на них неотрывно. Это все, что существует в данный момент. Ощущение обладания 3,6 миллиона долларов. Есть лишь оно. 3 миллиона 600 тысяч долларов на счете в банке. Что это за чувство? Какое? На что похоже? Сделайте глубокий вдох, зная, что у вас есть 3,6 миллиона в банке. Просто лежать себе на банковском счету. Что вы при этом ощущаете? Сядьте поудобнее. Вы владеете банковским счетом в 3,6 миллиона. Измените положение тела. Поправьте осанку. Как это отражается в теле? Существует особое состояние, которое появляется в тот момент, когда вы чувствуете, что владеете суммой 3,6 миллиона долларов. В теле возникает непоколебимая уверенность. Вы знаете, что можете сделать все, что пожелаете. Также вы знаете, что находитесь в полной безопасности, окружены заботой и любимой Вселенной. Потому что у вас есть 3,6 миллиона. Все, что вам нужно, можно устроить. Какие ощущения вызывают эти мысли? Никто не может причинить вам вред. Вы можете получить все, что вам требуется, потому что на счете в банке у вас лежит 3,6 миллиона. Они к вашим услугам в любое время, когда захотите, хоть в данный момент. У вас нет потребности как-то их применить, они всегда там. Итак, мы хотим вызвать это ощущение. Хотим вызвать это ощущение. Вызовите это ощущение прямо сейчас. Прямо сейчас вызовите это ощущение. Каково это знать, что у вас есть 3,6 миллиона, которые лежат на вашем счете? Они ваши. Лежат на вашем счете. На вашем. Не на чьем-то еще. Эти деньги ваши. Никто не может прикоснуться к ним. Никто не может забрать их. Это ваши деньги. Банк бережет их для вас. Банковские следующие присматриваются. Абсолютно никто не может прикоснуться к ним. Они полностью ваши. Когда вы приходите в банк, вам очень рады. Здоровье чувствуете. Правда, приятно ощущать физически. Поправьте положение шеи. Поправьте осанку, чтобы впустить в себя это чувство. Чтобы дать ему войти в вас. Прочувствуйте его всем телом. Оно растекается по вашим кровеносным сосудам. Вы владеете суммой 3,6 миллиона долларов. Вы миллионер. Не имеет значения, где вы живете. Не важно, кем работаете. Не важно, если в ваших носках есть дырки. Ничто из этого не имеет значения. У вас есть 3,6 миллиона долларов. Каково это чувствовать? Да, действительно, прекрасное ощущение. Вы можете зайти в любой дорогой магазин и купить все, что пожелаете. В данный момент мы ничего не покупаем. В данный момент мы не тратим деньги. Нам сейчас ничего не надо. Какое же это ощущение? Знать, что Вселенная так заботится о тебе, так любит тебя, что подарила тебе 3,6 миллиона. Она выстроила все совпадения и обстоятельства таким образом, что вы получили 3,6 миллиона долларов. Все обстоит даже еще лучше. Все дело в нас самих. Вселенная любит нас так сильно, что подарила нам 3,6 миллиона. И это только начало. Вы можете взять еще 3,6 миллиона. Еще 3,6. Еще. Так что это не единственная сумма, которую мы когда-либо получим. Это то, что у нас есть сейчас. Каково это чувствуете? Сделайте глубокий вдох, найдите это ощущение, позвольте радости подняться на поверхность, позвольте радости
сказочное переживание затмевает все остальное. Ощутите благодарность. В сердечном центре можно ощутить легкое давление, вызванное этим чувством. Оно возникает из избытка радости, и за это ощущение мы тоже благодарны. Почти до боли. Так сильно мы испытываем благодарность. Это потрясающее переживание, не похожее ни на что прежнее. Уверенность, знание, убежденность, душевный подъем. Спасибо. Спасибо.
нравится лотерея. Неважно, где ее в лесом. Часто бывает, что я плоду лотерею, где этот дома. Потом долго не проверяю. Но мне очень нравится, что выигрывают другие. Потому что я и вкладываю сюда свои $5, к которым учусь относиться с любовью целую неделю. Ведь я знаю, что эти $5 превратятся в миллионы и подарят нескольким счастливцам невероятный жизненный опыт. И я не вижу, как бы мог потратить эти деньги с большим эффектом. Разве есть что-то, что принесет больше радости и счастья? Мне очень приятно вкладывать деньги в лотерею, поэтому я это и делаю. Вам тоже надо будет найти, на что потратить ваши $5, так, чтобы стать этого.
начните делать эту медитацию с землей, и с каждым днем у вас будет получаться все лучше. Затем вы заметите чудесную вещь. Ваша способность чувствовать любовь и увидеть свет значительно увеличится. Мне не передать словами это чувство, но вы встретитесь, испытаете его и скажете себе: я даже не представлял, что это невозможно. Итак, мы используем деньги, чтобы практиковаться в способности любить безусловно. Это позволяет деньгам приходить к нам свободно. Но на самом деле происходит нечто большее. Мы практикуем способность безусловной любви, а значит, через нас проходит поток любви. Мы излучаем любовь, ее становится больше. Итак, перед тем, как приступить к этой медитации, возьмите в руки банкноту или монету. Сядьте где-нибудь, запаситесь по крайней мере часом времени и примите твердое решение оставаться на этом месте все время, пока не добьетесь искомого чувства. В конце концов, если даже ничего не получится, то вы всего лишь просидите здесь час времени. Когда мысли станут перелетать на что-то постороннее, просто верните их назад. Даже сейчас, спустя много времени, которое я занимаюсь этой медитацией, мои мысли временами куда-то уносят меня. Я замечаю это и возвращаюсь назад. В этом мне помогают деньги. Я держу их, трогаю, складываю пополам, тру, мою. Они в моей руке, и я ощущаю их, а это помогает сохранить концентрацию. Вот и все. Остальное – это ваша решимость и понимание, что вы должны найти в себе это чувство. Порой мы полагаем, что думать о чем-то – это значит чувствовать это. Совсем не так, даже не близко. Лишь после того, как мы испытали сильное чувство по отношению к чему-либо, только тогда оно станет знакомым и будет автоматически выявляться при мысли об этом объекте. Но сначала надо впустить в свою жизнь эти эмоции. Как раз этим мы и собираемся заниматься. Итак. Получается, что если мы просто думаем про обладание миллионами долларов, но не испытываем радости по этому поводу, такая медитация не дает большого эффекта. Надо настолько сильно это прочувствовать, чтобы позже лишь мысли о миллионах в банке сразу же восстанавливала ощущение обладания. Получается, что сначала мы практикуем ощущение обладания деньгами, а затем приходит и чувство любви. Сразу два чудесных ощущения. Добившись этого, продолжайте ваши медитации, ни о чем не беспокойтесь. Не пройдет годы, полагаю, что все произойдет скорее, но мне нравится думать о годе, и я говорю себе, что отложу на это год. Тем самым я снимаю напряжение ожидания, ведь мы всегда ждем событий вместо того, чтобы наслаждаться всем его состоянием. Итак, вперед. Третья медитация на ощущение любви к деньгам и благодарности. В этой медитации мы будем фокусировать внимание на ощущение любви и признательности к деньгам. Возьмите в руки какие-нибудь деньги, неважно, бумажные или металлические. Потрогайте их и прислушайтесь к тому, что чувствуете. Посмотрите. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов. Дышите медленно, глубоко. Отпустите все остальное, что есть в вашей жизни. Сосредоточьтесь на деньгах и ваших глазах. Если другие мысли всплывают на поверхность сознания, не беспокойтесь за них. Продолжайте смотреть на деньги. Рассмотрите детали рисунка и осознайте, что деньги в ваших руках представляют собой овеществленную энергию всего сущего. Ту энергию, что создает жизнь, планеты, звезды и вселенная. Чем потреблял себе энергии сейчас деньги, подъявили твердую форму. Твердая форма той энергии, любви, что создает все вокруг. В процессе медитации нам откроются новые знания о деньгах и появятся новые чувства. Создайте чувство благожелательного расположения к деньгам у вас в руках. Это ваши деньги, а не лишние к вам. Неважно каким образом, но сейчас это в ваших руках. И они так же чисты, как в день, когда только появились на свет. Возможно, они путешествовали по разным континентам, по разным частям вашей страны, по разным районам вашего города. Они переходили от человека к человеку, но теперь пришли к вам. Они вам нравятся, и вы хотите, чтобы их было больше. Ощутите их в ваших руках.
оплатили счет, а значит получили электричество, электрическую телефонную связь, интернет. Или, возможно, купили одежду, какие-то красивые везде игрушки, множество замечательных необходимых нам вещей. И так деньги приходят к нам, мы позволяем им идти дальше, и уходя, они оставляют нам самые разные удивительные подарки. Если мы не чувствуем любви к деньгам, они могут уйти, не оставляя после себя подарка, но это редкий случай. Однако в данный момент мы любим ту банкноту или монету, что держим в руках, и любим ее безусловно. Мы могли бы оставить ее здесь, и если вернувшись позже не нашли бы ее, то восприняли бы это нормально, потому что знаем, что она вернется. То, что мы любим безусловно, всегда возвращается к нам. При необходимости оно уходит, оставляя нам подарки, но всегда возвращается к нам. Так устроена любовь. Вселенная, весь мир вокруг, люди, планета, животные, все было создано из этой потрясающей энергии, которую мы называем любовью. Порой мы путаем любовь с другими понятиями, но в данный момент понимаем, что энергия всего сущего – это любовь, и что деньги в наших руках – физическое, материальное воплощение этой энергии, той самой энергии, из которой состоит солнце и наше физическое тело, той самой энергии, из которой сделана наша одежда и тот стул, на котором мы сидим. Все вокруг – физическое воплощение этой невероятной энергии, текущей во Вселенной во всем своем изобилии. Конечно, мы можем сопротивляться ей, но в данный момент мы любим деньги, ведь любовь к ним позволяет нам любить себя, энергию и саму любовь, которая, подобно Творцу, создает все на свете. Когда мы любим это физическое воплощение всеобщей энергии, деньги в своих руках, мы любим все, что только возможно любить. И переполненные любовь и деньги, уходя от нас, будут распространять любовь в мире. А деньги, что вернутся к нам, тоже будут полны любви и принесут нам еще больше радости и еще больше новых радостных подарков. Вот как работают деньги. Потому они так легко приходят к тем, кто их любит. Любите их, безусловно, тогда вы сможете с легкостью отпускать их, зная, что они вернутся. И так мы испытываем безусловную любовь, просто любим, находим в себе чувство любви. Прижмите деньги, как маленький ребенок, погладьте их, как щенка или котенка, и найдите в себе ощущение любви. Почувствуйте любовь к нему. Почувствуйте благодарность за все, что они вам принесли. Ведь практически все, что у вас есть, вы получили с помощью денег. Да, такие вещи пропадают, но вы, скорее всего, просто тоже купили в том друге. И потому деньги причастны к тому, что вы получили эти подарки. Чувствуйте любовь к этим деньгам. Чем больше вы будете проникаться любовью к деньгам, у вас, вероятно, появится ощущение восстановления связи. Как будто такое-то время вы были в разлуке, и из-за этого ваши мысли оказались не в гармонии с источником энергии всего сущего. Ведь эти деньги и есть источник. Они, как все вокруг, есть не что иное, как физическое воплощение этой энергии. Они были созданы источником, наполнены и продолжают существовать благодаря им. Если источник востребует свою энергию назад, то деньги просто исчезнут, перестанут существовать. Поэтому то, что вы держите в руке, мы воссоединяемся. Воссоединяемся со своей способностью любить безусловно. Практикуя безусловную любовь к деньгам, мы учимся самой безусловной любви. И в ходе ежедневной практики, не выйдя уже заниматься ею каждый день, наша способность любить безусловно становится все больше, все значительнее. А по мере того, как эта способность растет, мы с возрастающим доверием открываемся миру и восхищаемся.
Само намерение сделать это уже запускает процесс. И чем больше я наполняюсь любовью, тем сильнее они становятся. Чувствовать любовь к людям – это уже позволение принятия. Иногда трудно почувствовать любовь, потому что мы не позволяем их себе. Вот для чего нужны наши замечательные чувства. Положительные ощущения – это индикатор того, насколько мы разрешаем себе любить деньги. Любовь уже изливается в нас и течет через нас, деньги, согласно нашему намерению, что люди именно так. И каждый раз, когда мы фокусируем внимание на любви к деньгам, это чувство становится сильнее, больше, красивее. И с каждым новым днем практики оно становится еще сильнее, еще красивее, еще привлекательнее. Остается с нами дольше. Примите твердое решение оставаться там, где сейчас находитесь, пока не ощутите благодарность к деньгам. Деньги в ваших руках представляет собой все деньги мира, и все связаны между собой. Деньги, хоть и кажется разделенными на отдельные монеты банкноты, на самом деле представляют собой единое целое, настолько сильно они взаимосвязаны друг с другом. Продолжайте расти в себе чувство любви, находите его, верите, расширяйте. Когда вы чувствуете радость и удовлетворение от того, что удалось продвинуться по сравнению с предыдущим днем и вызвать в себе более глубокое чувство любви к деньгам, тогда можете остановиться. Примите твердое решение остаться на этом месте, пока не найдете этого чувства. Отнеситесь к нему как к младенцу, как к коту, как к маленькому щенку. Оно станет расти, а когда вырастет, то само станет наполнять вас любовью. Закончится тем, что у вас окажется два чувства. Любовь и случайные деньги, и огромная радость за саму возможность ощущать эту любовь. И это станет индикатором того, что излучаемый деньгами любовь уже возвращается в вам. Чтобы ощутить этот эффект возвратного излучения, позвольте себе чувствовать любовь. Это прекрасное ощущение. Продолжайте повторять эту практику день за днем. Завтра или послезавтра возьмите другую монету, другую банкноту. Меняйте их каждые несколько дней, а потом отпускайте в широкий мир. Пусть эти деньги идут в него, наполненные вашей любовью. А вы берите другую монету, другую банкноту и наполняйте любовью. Если вы безусловная любовь, то просто любите, как друзья. Относитесь к ним, как к вашим друзьям. Деньги – ваши друзья. И если вы хотите, чтобы деньги подарили что-то вашему знакомому, то можете отнести их куда-нибудь, оставить их там, а взамен получить подарок, который дадите своему товарищу. Деньги совершат для вас и для ваших друзей множество прекрасных.
на вашем счете лежат деньги. Смотрите на новый телевизор, стиральную машину, компьютер, красивое дерево. Вы знаете, что можете себе это позволить. Видите в газете фото чудесного дома? Да? Вы в состоянии купить его. В любой момент по своему желанию вы можете все это купить. Но сейчас мы заботимся не о том, как потратить деньги. Наша цель – пережить ощущение обладания. Ситуация такая. У нас есть деньги, но мы этого еще не чувствуем. Вот именно это сильное ощущение обладания большими деньгами мы и хотим испытать. Хотим испытывать его, когда заходим в магазин или в ресторан, когда оставляем чаевые. Мы хотим чувствовать эти 3,6 миллиона. Ради этого стоит потратить много времени и добиться сильного ощущения. Мы найдем его в себе, усилим. А завтра начнем с достигнутого уровня и усилим его еще больше. Так день за днем будем усиливать это ощущение. Ну, и как вам чувство обладания деньгами? Каково оно сейчас? Ощутите свое тело, распрямите спину, расправьте грудную клетку, почувствуйте гордость за себя. Это ваши 3,6 миллиона. Да-да, у вас есть деньги. Нет, вам не надо было их зарабатывать. Они были подарком от Вселенной. Если хотите еще, можете получить. Но сейчас мы имеем дело с этим подарком и стремимся найти в себе чувство обладания. Ощущайте гордость от обладания этими деньгами. Вам приятно? Как 3,6 миллиона долларов в банке влияет на вашу уверенность в себе? До какого уровня поднялась ваша уверенность? Как вы теперь будете чувствовать себя на работе? Возможно, не очень полюбимой работе. Да, у вас есть 3,6 миллиона долларов в банке. И вы можете уволиться в любой момент. Не увольняйтесь, но можете. Работодатель не знает об этом, но знаете вы и знаю я. Вы могли бы уволиться в любой момент. Каково это чувствовать? Каково знать, что вы волен делать все, что хотите? Ведь деньги для вас означают именно это. Свободу, настоящую свободу, настоящую уверенность и ощущение того, что Вселенная заботится о нас настолько сильно, что дарит нам эти деньги. 9 утра. Каково чувствовать, что вы даже не просили об этом? Правда замечательно? Найдите в себе эти прекрасные ощущения, поднимите их на поверхность. Как только почувствуете намертое ощущение, приблизьте его к себе. Сфокусируйтесь на нем. Позвольте себе насладиться и почувствуйте глубокую уверенность в том, что обладаете суммой 3,6 миллиона долларов. Каково это? Заходя в магазин, выбирать не то, на чем можно сэкономить, а то, что вас по-настоящему радует. Да, то, что доставляет вам искреннюю радость. Но сейчас вы заняты не тратой денег, ведь это можно сделать в любой момент, когда захотите. Сейчас мы стремимся глубоко почувствовать, что для нас значит эта сумма. Итак, каково осознавать?
останусь без завтрака. Да-да, времени на завтрак не будет. Вот так, ничего не получишь. Обычно практика не занимает так много времени. Иногда требовалось около часа на то, чтобы что-то вам не уступило и позволило возникнуть желанному чувству. А уж затем приходило понимание. Это было очень хорошее чувство. И действительно, это очень приятно знать, что у вас вот там лежит решительный результат. Это знание наполняет вас радостной энергией. И опять же, вначале лишь слабое чувство, возникающее секунды. Затем оно длится уже минуту, а с каждым днем практики его продолжительность возрастает. Мне потребовалось больше 3 месяцев для того, чтобы добиться по-настоящему сильного ощущения. И даже теперь я время от времени уделяю внимание тому, чтобы усилить его. Удивительно, но мне нужно буквально заставлять себя сесть и заняться медитацией, потому что всегда вдруг находится много других дел, которыми можно заняться вместо нее. Но стоит мне сесть и вызвать нужное ощущение, как я чувствую себя безгранично счастливым из-за того, что сделал таки это. В какой-то мере мой разум воспринимает медитацию как одно из повседневных домашних дел, которые надо сделать. И надо сесть и фокусировать внимание. Но на самом деле это очень важное занятие, действительно улучшающее все стороны жизни. Многие читатели пишут, что, как им кажется, у них получается посылать любовь. И эта практика работает, но им никогда не удается вызвать в себе сильное ощущение. Причина этого очень проста. Вероятно, чувство любви было блокировано многолетними обидами. Или же оно вовсе никогда себя не проявляло в вас. Тогда вам нужно научиться вызывать его. И этому обязательно нужно научиться на определенном этапе своей жизни. Получается, что обучаясь вызывать в себе ощущение обладания большими деньгами, вы одновременно учитесь лучше чувствовать любовь. Вы учитесь чувствовать любовь тогда, когда посылаете ее, и учитесь чувствовать другие вещи, которые хотите создать или осуществить. Это затрагивает все области жизни, но все начинается с твердого решения сесть и уделить время медитации. Итак, примите решение каждый день выполнять эту медитацию. Вечером, утром или днем, когда вам больше нравится. Но решение вы должны принять сами, ибо никто другой не заставит вас это сделать. Медитация номер 2 для усиления ощущения обладания суммой в 3,6 миллиона долларов. Итак, начинаем вторую медитацию. Усиливаем и наращиваем ощущение, что в нашем счете в банке лежит 3,6 миллиона долларов. Ощущение обладания. Не получение, не зарабатывание, не создавание, не желание, не траты денег, а обладание. Только обладание. Ощущение владения деньгами в банке без попыток изменить что-либо в своей жизни. Просто обладание 3 миллионами 600 тысячами долларов, которые лежат на вашем счете в банке. Вот и все. Пожалуйста, присядьте. Глаза могут быть открыты. Порой можете их закрывать. Возьмите в руки нашу картинку, под которой видите цифру 3 миллиона 600 тысяч долларов. Дышим медленно. И глубоко расслабляемся. Отпускаем все постороннее. Отпускаем все посторонние мысли, потому что сейчас станем фокусировать внимание исключительно на 3,6 миллиона долларов. Посмотрите на эти цифры. Смотрите на них неотрывно. Это все, что существует в данный момент. Ощущение обладания 3,6 миллиона долларов. Есть лишь оно. 3 миллиона 600 тысяч долларов на счете в банке. Что это за чувство? Такое? На что похоже? Сделайте глубокий вдох, зная, что у вас есть 3,6 миллиона в банке. Просто лежать себе на банковском счету. Что вы при этом ощущаете? Сядьте поудобнее,
твои переживания, обладание. Это сказочное переживание затмевает все остальное. Ощутите благодарность. В сердечном центре можно ощутить легкое давление, вызванное этим чувством. Оно возникает из избытка радости, и за это ощущение мы тоже благодарны. Почти до боли. Так сильно мы испытываем благодарность. Это потрясающее переживание, не похожее ни на что прежде. Уверенность, знание, убежденность, душевный подъем. Спасибо. Спасибо за то, что это стало моим. Смотрим на цифры на карточке. 1 600 000 долларов. Какое чудесное число. Какая красота. Как замечательно, что деньги пришли в нашу жизнь и принесли столько радости. Деньги буквально светящиеся любовью. Кто бы подумал, что это возможно? Деньги излучают любовь. Наши деньги, наши 3,6 миллиона, ваши, мои, сияют любовью. Луч любви, исходящий от денег, идет прямо в наш сердечный центр. Мы соединены с деньгами, соединены любовью, благодарностью, заботой, уверенностью. Входим в банк с уверенностью. Уверенность. Идем с поднятой головой, ощущая уверенность каждой клетки. Уверенность растекается по всему телу с кровью. Это энергия денег. Любовь к деньгам наполняет наши кровеносные сосуды. Благодарность наполняет нашу кровеносную систему. От радости захватывает дух. Мы с благодарностью ощущаем силу, энергию этих денег. То, как они помогают нам. Они помогают нам. Во всем, что мы делаем, они поддерживают нас и помогают нам. Что бы ни случилось, мы знаем, что они здесь, рядом с нами, всегда готовы помочь. Как только они потребуются нам, как только мы пожелаем, как только примем решение, вот они, всегда мы готовы. Ощущаем уверенность обладания, настоящего обладания. Мы создали их, мы позволили им прийти в нашу жизнь. Почувствуйте. Ощутите благодарность. Почувствуйте. Уверенность. Почувствуйте уверенность в этом. Почувствуйте ее в своем теле. Теперь усилите это чувство так, чтобы оно стало сильнее, чем когда-либо раньше. И знаете, что с каждым днем оно будет становиться еще сильнее. Каждый день мы занимаемся медитацией, испытываем благодарность, ощущаем, что обладаем этими деньгами. И с каждым разом это чувство будет становиться сильнее. Это чувство будет становиться все красивее. Будет приносить все больше счастья и наполнять энергией снова и снова. Как здорово переживать это потрясающее ощущение. Это сказочное ощущение. Иметь 3,6 миллиона долларов на счету в банке. Неописуемое чувство. Оно настолько захватывающее, что мы не будем расставаться с ним ни на миг в течение всего дня. Почувствуйте признательность. Почувствуйте благодарность. Заслуживаем ли мы этого? Конечно, заслуживаем. Любой из нас заслуживает этого. Неописуемое счастье. Продолжаем ощущать это. Будем оставаться в этом состоянии, пока не сольемся с этим чувством.
готовил ужин. Ужин как в Париже. Чечевица уже варится. Сейчас макарошки. Воды нет. Хотела помыться, горячей воды нету. Туалетик, туалетик, там этот красненький туалетик. Часов 40 минут 26 мая 2020 года. Татьяна Симонова, Мартук, Сейфулин, это я. Когда они вечером, странно как-то включили вечером горячую воду, и странно. Thank you.
раз мы ощущали настоящую, безусловную любовь, возможно, ближе всего, мы подобрали на руки маленького щенка, котенка или еще что-то крошечное, что вызывает у нас желание защищать и помогать. Например, когда мы держали на руках маленького ребенка. Если вы можете вспомнить случай, когда вам удалось ощутить настоящую, безусловную любовь, то есть когда отпускаете объект любви и продолжаете любить его. Если вспомните такой случай, то сможете использовать память о нем, чтобы найти в себе чувство любви и деньги. Конечно, потребуется практика. Но вы доберетесь до этого чувства, и тогда начнется самое интересное. Сегодня утром, перед тем, как прийти сюда и сделать запись, я тоже проделал эту медитацию. И вот когда я почувствовал любовь, в этом чувстве есть разные уровни, и день ото дня оно поднимается с одного уровня на другой. Бывает, что в течение нескольких дней это чувство не усиливается, но потом на третий или четвертый день внезапно становится сильнее. Так или иначе, когда любовь появляется, это чудесно. Как будто с моих плеч снимают какую-то ношу, так радостно становится. Хочется воскликнуть, я снова в состоянии ее любить. К тому же я осознал, как много радости мне приносили деньги. На них я купил все эти вещи, что позволяют мне испытывать радость. Даже туфли на моих ногах очень удобные, теплые и сухие. Куртка, что на мне одета, диктофон, на который я делаю запись. Так приходит ощущение благодарности, и тогда я понимаю, что просто обожаю деньги. Они так много мне дали. Затем появляется осознание, что деньги на самом деле любовь. Деньги – это часть всего сущего, часть энергии, творящей все на свете. И блокируя деньги, я блокирую все сущее. А принимая деньги и любя их, я поистине начинаю любить все сущее. И как ни удивительно, я начинаю больше любить самого себя. Я начинаю больше нравиться себе. Становится очевидно, что по мере того, как мы избавляемся от осторожности, мы начинаем чувствовать больше любви. А когда у нас появляется больше любви к себе, увеличится и наша способность любить других. Неожиданно, правда? Все связано одно с другим. Когда нелюбящий себя человек говорит, конечно, я люблю тебя, его слова вызывают сомнения. Мой жизненный опыт свидетельствует, что способность любить кого-то другого напрямую зависит от способности любить самого себя. Это взаимосвязано. Либо мы обладаем способностью, либо нет. И на самом деле, у всех нас есть эта способность. Просто нужно немного поработать, чтобы найти ее в себе и использовать. Начните делать эту медитацию с деньгами, и с каждым днем у вас будет получаться все лучше. Затем вы заявите чудесную вещь. Ваша способность чувствовать любовь и любить к себе значительно увеличится. Мне не передать словами это чувство. Вы встретитесь, испытаете его и скажете себе. И даже не представлял, что это невозможно. Итак, вы используете деньги, чтобы практиковаться в способности любить безусловно. Это позволяет деньгам приходить к нам свободнее. Но на самом деле происходит нечто большее. Мы практикуем способность к безусловной любви, а значит через нас проходит поток любви. Мы излучаем любовь, и ее становится больше. Итак, перед тем, как приступить к этой медитации, возьмите в руки банкноту или монету. Сядьте где-нибудь, запаситесь по крайней мере часом времени и примите твердое решение оставаться на этом месте все время, пока не добьетесь искомого чувства. В конце концов, если даже ничего не получится, то вы всего лишь просидите здесь час времени. Когда мысли станут перелетать на что-то постороннее, просто вернитесь на это. Даже сейчас, пусть на то время, которое я занимаюсь этой медитацией, мои мысли временами куда-то уносятся. Я отвечаю и возвращаюсь назад. В этом мне помогают деньги. Я держу их, трогаю, складываю пополам. Они в моей руке, и я ощущаю их, а это помогает сохранить.
я снимаю напряжение ожидания. Мы всегда ждем событий, это способ наслаждаться всей его стадии. Итак, третья медитация на ощущение любви к деньгам и благодарности. В этой медитации мы будем фокусировать внимание на ощущение любви и признательности к деньгам. Возьмите в руки какие-то деньги. Чечевицу, соевым мясом, макарошки, подсолнечное масло, майонез, виноградный уксус, японский соевый соус. Так что вот. Thank you.
сделана наша одежда и то стул, на котором мы сидим. Все вокруг физическое воплощение этой невероятной энергии, текущей во Вселенной во всем своем изобилии. Конечно, мы можем сопротивляться, но в данный момент мы любим деньги, ведь любовь к ним позволяет нам любить себя, энергию и саму любовь, которая подобна Творцу, создает все на свете. Когда мы любим это физическое воплощение всеобщей энергии, деньги в своих руках, мы любим все, что только возможно любить. И переполненные любовью деньги, уходя от нас, будут распространять любовь в мире. А деньги, что вернутся к нам, тоже будут полны любви и принесут нам еще больше радости и еще больше новых радостных подарков. Вот как работают деньги. Потому они так легко приходят к тем, кто их любит. Любите их, безусловно, тогда вы сможете с легкостью отпускать их, зная, что они вернутся. Итак, мы испытываем безусловную любовь, просто любовь, находим в себе чувство любви. Прижмите деньги к любви, как маленького ребенка, погладьте их, как щенка или котенка, и найдите в себе ощущение любви. Почувствуйте любовь к любви, почувствуйте благодарность за все, что они вам принесли. Какие-то вещи мне подарили, но они, скорее всего, просто тоже больше, чем у других, и потому деньги причастны к тому, получили эти подарки. Чувствуйте любовь. Чувствуйте любовь к этим деньгам. Чем больше вы будете проникаться любовью к деньгам, у вас появится ощущение восстановления связи с ним. Как будто какое-то время вы были в разлуке. Из-за этого ваши мысли оказались не в гармонии с источником энергии всего сущего. Ведь эти деньги и есть источник. Они, как все вокруг, есть не что иное, как физическое воплощение этой энергии. Они были созданы источником, наполненные и продолжают существовать благодаря им. Если источник востребует свою энергию назад, то люди просто исчезнут, перестанут существовать. Поэтому то, что вы держите в руке, есть источник. Мы воссоединяемся. Воссоединяемся со своей способностью любить безусловно. Практикуя безусловную любовь к деньгам, мы учимся самой безусловной любви. И в ходе ежедневной практики примите решение 12 практики. Наша способность любить, безусловно, становится все больше, все значительнее. А по мере того, как эта способность растет, мы с возрастающим доверием открываемся миру и без всякого сопротивления принимаем его подарки. Будто распахивается дверь, и на нас начинает сыпаться все, о чем мы просили ранее. Вселенная сразу же создает все, о чем мы просим. И если мы позволяем себе принять ту или иную вещь, она просто становится очень, чтобы однажды все-таки быть принята. Стоит лишь открыться миру, как вещи из этого человека, воплощенных желаний, и медленно начнут сыпаться на нас. Итак, ощущая безусловную любовь к деньгам, мы чувствуем воссоединение, как воссоединение связи со старым другом, на которого были обижены, или которого были чрезвычайно разочарованы, или которого боялись, так что даже не смотрели в его сторону. В этом нет нужды, и не следует бояться, как это бумаги или монеты. Деньги лишь хотят прийти в нашу жизнь, принести подарки и перейти к кому-то другому, чтобы принести подарки им, а потом перейти дальше к следующему человеку. А к нам со своими подарками придут другие банкноты и монеты. Деньги постоянно возвращаются всегда, чтобы дать нам. Но копить деньги тоже хорошо, потому что когда вы оставляете их у себя, энергия накапливается и начинает притягивать к вам новые деньги. Они наполнены вашей любовью, а потому привлекают к себе другие банкноты и монеты. Как люди любят приходить туда, где есть другие люди, так и деньги нравятся идти туда, где уже есть деньги. Поэтому, если вы оставите у себя какую-то сумму денег и окружите их любовью, они станут излучать и сообщать. Красотка! Потому что все деньги связаны друг с другом. Красотка! На ручке! Вы можете сказать, я позволю часть этих денег уйти в свободном времени. Давай скорее на ручки. На ручки. Деньги отправляются в путешествие. А в подарок вы получаете за это. На ручки макарошки. Кушаю. Так. Какая медитация. Какую медитацию, да? Ты это вот под буфетиком играешь? Немножко прям это прям эти ляпы, нам под буфетом мыть надо. Там у нас это под буфетом грязно мыть надо. Полы будем мыть. Не надо.
надо там, особо по буфетам, это поплиться. Водичка и молочко, и сухой корм. Ощутить этот эффект возвратного излечения, позвольте себе чувствовать любовь.
потрогать. Электрические провода трогать. Примите твердое решение. Я сяду и буду сидеть на этом месте. Если мне понадобится час, прекрасно. Если два, замечательно. Если понадобится три часа, очень плохо. Но я буду сидеть до тех пор, пока не почувствую желаемое ощущение. Вам самим нужно принять это непреклонное решение. Отбросить всякое сопротивление начальных стран, которые постараются заставить вас бросить все и заняться чем-то другим. На этом принципе и построена медитация номер два. Мы находимся в ней до тех пор, пока не начнут формироваться желаемые чувства. А уж когда возникнут, начнут восхитительные чувства. Если вы правильно выполняете эту медитацию, неизбежно появляется уверенность в том, что на вашем счете в банке лежат огромные деньги. Удивительное ощущение. Ваше внутреннее «я» создает в теле ощущение радости и счастья. Вы чувствуете, как наполняетесь энергией. Конечно, все начинается с малого, поэтому понадобится некоторое время, чтобы ощущение исчезло. Но всегда, выполняя эту практику, вы заставляете свои чувства понемногу расти. Вот почему каждый раз, занимаясь медитацией, вы должны принять твердое решение не прекращать ее, пока не ощутите, что владеете большими деньгами. Лично я встал сегодня очень рано утром и дал мне 1,5 часа на занятие медитацией. А если через 1,5 часа я не добьюсь искомого чувства, то просто-напросто останусь без завтрака. Да-да, времени на завтрак не будет. Вот так, ничего не попишешь. Обычно практика не занимает так много времени. Иногда требовалось 30 минут на то, чтобы что-то во мне уступило и позволило возникнуть желанному чувству. А уж затем приходило понимание. Это было очень хорошее чувство. И действительно, это очень приятно знать, что у вас в банке лежит 3-6 евро. Это знание наполняет вас радостной энергией. И опять же, вначале лишь слабое чувство, возникающее секунду в 30. Затем оно длится уже минуту, а с каждым днем практики его продолжительность возрастает. Мне потребовалось больше 3 месяца для того, чтобы добиться по-настоящему сильного ощущения. И даже теперь я время от времени уделяю внимание тому, чтобы усилить его. Удивительно, но мне нужно буквально заставлять себя сесть и заняться медитацией. Потому что всегда находится много других дел, которыми можно заняться вместо нее. Но стоит мне сесть и вызвать нужное ощущение, как я чувствую себя безгранично счастливым из-за того, что дело такие. Ну что такое, давай на ручки. Мой разум воспринимает медитацию как одно из повседневных домашних дел, которые надо сделать. Ведь надо сесть и фокусировать внимание. Но на самом деле это очень важное занятие. Действительно улучшающие все стороны жизни. Многие читатели пишут мне, что, как им кажется, у них получается посылать любовь. И эта практика работает, но им никогда не удается вызвать в себе сильное ощущение. Причина этого очень проста. Вероятно, чувство любви было блокировано многолетними обидами. Или же оно вовсе никогда себя не проявляло в вас.
3 миллионами 600 тысячами долларов, которые лежат на вашем счете в банке. Вот и все. Пожалуйста, присядьте. Глаза могут быть открытыми. Порой можете их закрывать. Возьмите в руки нашу картинку, под которой видите цифру 3 миллиона 600 тысяч долларов. Дышим медленно и глубоко. Расслабляемся. Отпускаем все постороннее. Отпускаем все посторонние мысли, потому что сейчас станем фокусировать внимание исключительно на 3,6 миллиона долларов. Посмотрите на эти цифры. Смотрите на них неотрывно. Это все, что существует в данный момент. Ощущение обладания 3,6 миллиона долларов. Есть лишь оно. 3 миллиона 600 тысяч долларов на счете в банке. Что это за чувство? Какое? На что похоже? Сделайте глубокий вдох, зная, что у вас есть 3,6 миллиона в банке. Просто лежать себе на банковском счету. Что вы при этом ощущаете? Сядьте поудобнее. Вы владеете банковским счетом в 3,6 миллиона. Измените положение тела. Поправьте осанку. Как это отражается в теле? Существует особое состояние, которое появляется в тот момент, когда вы чувствуете, что владеете суммой в 3,6 миллиона долларов. В теле возникает непоколебимая уверенность. Вы знаете, что можете сделать все, что пожелаете. Также вы знаете, что находитесь в полной безопасности, окружены заботой и любимой Вселенной. Потому что у вас есть эти 3,6 миллиона. Все, что вам нужно, можно устроить. Какие ощущения вызывает эта мысль? Никто не может причинить вам вред. Вы можете получить все, что вам нужно. Где-то покакал? Какашками, сейчас посмотрю. Какашками пахнет. Когда захотите, хоть в данный момент. У вас нет потребности? Я же не поняла. Они всегда там. Мы хотим вызвать это ощущение. Прямо сейчас. Вызовите это ощущение. Каково это знать, что у вас есть 3,6 миллиона, которые лежат на вашем счете? Они ваши. Лежат на вашем счете. На вашем. Не на чьем-то еще. Эти деньги ваши. Никто не может прикоснуться к ним. Никто не может забрать их. Это ваши деньги. Банк переходит. Банковские деньги. Абсолютно никто не может прикоснуться к ним. Ну что, ты сейчас бегающая? Как ты опять ходишь? Гольфики эти не надо трогать, не надо гольфики. Гольфики не надо, не надо. И штучки рвать, и гольфики. Я тебя очень прошу, гольфики не надо.
покажи, как ты умеешь там в туалетик ходить на место. Покажи, как умеешь в туалетик ходить на эту штучку на место. Давай-ка. Ну что, красота, где у нас туалетик? Где туалетик? Смотри, здесь туалетик. Это не туалетик. Туалетик где тебе показала? Где туалетик? Ой, где там не туалетик, нет. Там просто какала. Вернее, какал. О, не надо. Давай-ка сюда в туалетик. О, сейчас роет ямку. Давай-ка туалетик. О, давай-ка вот этот, давай-ка здесь. Я же тебе уже показала туалетик. Ох, это игрушки, да, это игрушки. Вот он туалетик, хороший мальчик. Нет, фу, это нет, это нельзя. Вот туалетик. На сапожки нельзя ходить. И туда нельзя. Нет. По углам не надо. Давай в туалетик. А, сейчас все эти углы. Эти такие грязные углы. Все вымывать надо. У тебя мыло уже лапки такие, эти, как говорится, запачкались. Туалетик вот он, красненький туалетик.
это ведро пол мыть, а туалетик красненький. В общем, сейчас уже ложусь спать, снимаю эксклюзивную кровать. Тут еда. Еда для моего котенка Васи. Так что вот. Сейчас ложусь спать. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Сейчас у нас час ночи, 25 минут, вторник, 25 мая, 2020. Горячей воды нету, тут прохладная вода из горячего крана. Не было, потом пошла какая-то грязная вода. Thank you.
совершенно коррелирует с тем, о чем я говорю, да, то есть ваше внутреннее состояние изначально должно быть. Если вы хотите, чтобы оно все поменялось вокруг, вам нужно прекратить смотреть на себя как на жертву обстоятельств, как на человека, родившегося не в той семье, как на человека, родившегося не в той стране, как на, ну, я не знаю, на жертву там того, второго, пятого, десятого, и просто сказать себе, что я меняюсь, я хочу измениться. И вы меняетесь внутренне. Назовите себя тем, кем вы хотите стать. Вы хотите стать звездой? Отлично. Значит, будьте этой звездой. Ведите себя как звезда, действуйте как звезда. Да? Подумайте о том, стоит ли есть там вторую булочку, если вы хотите выходить на сцену, предположим. Да? То есть к этому нужно постоянно готовиться, расти и каждый момент об этом думать. Дело в том, что у меня, помимо того, что вы упомянули, есть определенный опыт работы в театре. Чем-то бодрящим и опьяняющим.
Дело в том, что в ходе развития своих талантов мы в то же время раскрываем себя на самом интимном и глубоком уровне. Мы можем пробудить в себе то, что великий немецкий поэт и мыслитель Гёте назвал гением, мощью и волшебством. Ведь это настолько вдохновляет тот факт, что мы способны делать все перечисленное выше, а направление нашего движения определяется нашим и только нашим выбором. В данной книге содержится все, что вы должны знать, дабы проследовать по указанному пути. Каждая глава содержит принципы, которыми надо овладеть. Некоторые будут казаться вам странными и незнакомыми, другие – потрясающе простыми. Овладевайте каждым из них и стремитесь идеально воплотить их в своей жизни. А потом, благодаря ежедневному применению данных принципов, произойдет превращение, граничащее с чудом. По этой книге надо жить, а не просто читать ее. Добро пожаловать в страну приключений. Как вы воспринимаете окружающий вас мир? Дружелюбен ли он? Враждебен? Ожидает ли вас в нем множество приятных переживаний? Или же ваш мир в основном тягостен и полон горьких разочарований? В нем масса возможностей продвинуться вперед в финансовом плане? Или большинство хороших идей давно пришли и ушли? Какова вообще жизнь? Радостно, приятно, скучно, увлекательно, сурово. Каким вам видится мир, где вы живете? Каждый из нас ответит на эти вопросы по-разному. Мы будем отвечать в соответствии с нашим уникальным личным опытом. Иногда мы будем противоречить друг другу, но тем не менее, как это ни удивительно, каждый из нас будет по-своему прав. Во что бы мы ни верили, это правильно. Два полностью противоречащих друг другу убеждения оба могут быть истинными. Но как же такое может быть? Разве не должно одно из них быть истинным, а другое ложным? Или, по крайней мере, одно более истинным, нежели другое? Так вот, отнюдь не обязательно. И для понимания этого парадокса требуется, чтобы мы посмотрели на природу реальности совершенно по-другому. Чтобы за кажущимся и видимым нам открылась подлинная истина. Вы являетесь для самого себя творческим законом, и то, в чем вы убеждены внутренне, будет одновременно и линзой, через которую вы рассматриваете мир, и влекущей силой, с помощью которой к вам будут притягиваться бесчисленные жизненные события и испытания. Жизнь намного более таинственна, чем мы когда-либо подозревали. Она текучая и динамична, причем в таких проявлениях, которые мы никогда не могли даже вообразить. Она в самом буквальном смысле столь же разнообразна и переменчива, как люди, которые ее проживают. И вы обнаружите, что коренная причина всего испытываемого нами лежит именно в нас. Каким мы видим мир? Мы, естественно, предполагаем, что видим свою жизнь такой, какова она фактически является. Иначе говоря, что мы объективны. Но дело обстоит вовсе не так. Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, каковым мы есть. Мы видим его через линзу своего персонального опыта, ожиданий и убеждений. Обнаружить, что же в действительности происходит в нашей жизни, гораздо сложнее, чем вы могли бы предположить. Фактически, это почти невозможно, поскольку нам не удается смотреть на мир без какой-то линзы. Наш взгляд окрашен убеждениями, ожиданиями и прошлым опытом. Самое лучшее, что мы можем сделать, это быть открытыми и готовыми опробовать разные линзы с точки зрения убеждения. А после этого принимать решение, какая из них более точна или более выгодна для вас. Во многом данный процесс напоминает проверку зрения у окулиста.
целью подобрать ту линзу, которая нейтрализует дефект зрения, скажем, близорукость или дальнозоркость. Если, например, вы обнаруживаете, что ваше восприятие искажено объектами и людьми, которые кажутся находящимися не в фокусе, то вы ведь не говорите, что эта жизнь находится не в фокусе, и не вините в наблюдаемом окружающий мир. Вы пытаетесь подкорректировать свое зрение, и для этого пробуйте различные линзы. Некоторые сделают ваше зрение вроде бы лучше, другие хуже, а в конечном итоге вы остановитесь на той, которая покажется самой подходящей. То же самое происходит и с нашей жизнью. Проблемы и препятствия, с которыми мы сталкиваемся в процессе своего существования, вызваны не тем, что находится вне нас, а тем, что лежит внутри. Это ваша линза создает вашу действительность. Когда вы меняете линзу, то изменяется и ваша действительность. Вот что происходит. Вся физическая реальность состоит из колебаний энергии. Стул, на котором вы сидите, стены, которые вас окружают, ваше физическое тело, организм, все образуется колебаниями энергии. Наши мысли также представляют собой вибрации энергии. Мысли, которые повторяются с большим чувством и эмоциональной вовлеченностью, постепенно запечатлеваются в подсознании. Как только это случается, наши мысли кристаллизируются, убеждения и начинают колебаться, вибрировать внутри нас, притягивая из внешнего мира таких людей, обстоятельства и события, которые соответствуют тому, что имеется у нас внутри. Более подробно я объясняю это в своей первой книге «Подсознание может все». Предлагаю вам прочитать обе книги, ту и эту, чтобы полностью усвоить, каким образом ваш разум создает вашу действительность. Пока, однако, достаточно понимать, что наши мысли – это вполне реальные силы. Вы располагаете гораздо более мощными возможностями творить свою жизнь и влиять на нее, чем сами можете осознавать. Фактически, вы в каждый данный момент создаете свою жизнь мыслями, которые выбрали для себя. Ваши мысли и убеждения – это не просто внутреннее восприятие и установки, а физические колебания энергии, столь же реальные, как пол у вас под ногами. Они и есть главные животворящие силы, которые формируют ваше бытие и определяют, что случится в вашем будущем. Будущее всего только декларированными, ваши мысли представляют собой самый важный фактор в вашей жизни, причем единственный, над которым вы имеете полный и всесторонний контроль. И тем не менее, большинство из нас уделяет мыслям минимальное внимание, новый уровень мышления. Глядя на жизнь с этой новой точки зрения, мы начнем постепенно понимать, каким образом и проблемы, и возможности, с которыми мы встречаемся в своем бытии, напрямую относятся с нашим мышлением. Мы увидим, что попытки изменить внешний мир трудиться упорнее и интенсивнее, поменять место работы, перебраться в другой город, обвинять в своих проблемах других людей, выдвигать новые идеи бесплодны или, по крайней мере, носят временный характер, пока мы не изменим свое собственное нутро. Если ваше глубинное убеждение сводится к тому, что жизнь трудна, что вам никогда не удастся продвинуться вперед, что возможностей очень немного, либо их вообще нет, то неужто вы действительно думаете, будто более упорный труд, перемена места жительства или места работы принесут вам новый уровень удовлетворенности? Как они могут это сделать? Чтобы далее проиллюстрировать мощь убеждений, давайте проанализируем возможности двух индивидов, которые придерживаются полностью противоположных взглядов. Один человек видит мир заполненным возможностями, которые только ожидают, чтобы кто-то их обнаружил. Он воображает себя ловящим и использующим указанные возможности. Он верит, что его действия, его творческий дух и изобретательность будут с избытком вознаграждены, и что любое дело, за которое он возьмется, непременно увенчается грандиозным успехом. Мысли, решения и действия
действия такого человека отражают эту убежденность. Указанное убеждение становится линзой, через которую он видит мир. Все события его жизни, независимо от того, какими они явятся, будут им интерпретированы именно таким образом. Все доступные данные, которые поступают к нему с разных сторон, будут просеиваться, взвешиваться и трактоваться через посредство данной линзы. Вышеупомянутые убеждения станут не только воздействовать на его восприятие, но и превратятся во внутренние колебания, которые будут подобны невидимому магниту, притягивать к нему людей, обстоятельства и события. Эти убеждения оказывают мощное воздействие на предопределение того, какое будущее его ожидает и что с ним случится. Второй индивид убежден в том, что все против него. Он полагает, что любые сколько-нибудь хорошие возможности сделать деньги уже миновали, а те, которые остались, слишком трудно найти. Он убежден, что жизнь трудна и полна разочарований, и независимо от своих действий, этот пессимист почти наверняка обречен на неудачу. И в этом случае убеждение становится линзой, через которую человек видит мир, и все происходящие события будут им интерпретироваться именно таким образом. Он тоже станет взвешивать и просеивать данные своей жизни, используя свои убеждения в качестве своеобразной линзы. Информация или события, вступающие в противоречие с его предвзятыми мнениями, будут в значительной степени игнорироваться или искажаться таким образом, дабы после данной операции отвечать тому, что его разум считает действительностью. Его убеждения тоже становятся внутренними вибрациями, которые притягивают или отталкивают людей, обстоятельства и события. Нетрудно вообразить, какое будущее более вероятно у каждого из индивидуумов. Я говорю «вероятно», поскольку, вообще говоря, может случиться что угодно. Но кто из них, по вашему мнению, имеет лучшие шансы стать преуспевающим и благополучным? Как это ни парадоксально, но оба эти человека правы в тех убеждениях, которых придерживаются. Ни одна из двух описанных выше истин не является более соответствующей действительности, нежели вторая. Вы могли бы ожидать от меня утверждения, что более позитивное из двух этих мировоззрений окажется ближе к реальности. Ни в коем случае. Обе точки зрения обоснованы и реальны. И прежде чем продолжить рассмотрение, мы должны признать здесь одну важную истину. Существуют многочисленные различающиеся реальности, доступные каждому из нас. Всякий из нас будет притягивать людей и обстоятельства согласно своим убеждениям. Каждый будет пожинать то, что посеет. Как только мы начинаем осознавать, насколько наш ежедневный опыт находится под влиянием этих внутренних программ, становится настоятельно необходимым подробный анализ наших убеждений и подготовка к тому, чтобы изменить те из них, которые нас ограничивают. Чтобы сделать это, мы должны получше изучить и понять ту линзу, через которую смотрим на мир, причем изучить ее без критического подхода или предвзятого суждения, и тем самым познать себя на глубинном уровне. Такой самоанализ означает необходимость проявить мужество. Но если мы сможем сделать это, то появится возможность обнаружить внутри себя те лимитирующие и пагубные для нас убеждения, которые тянут нас назад и не позволяют достигнуть того, чего мы хотим и к чему стремимся. Необходимо подвергнуть тщательному исследованию каждое свое убеждение. И вовсе не в том плане, является ли оно истинным или нет, поскольку наша правда всегда будет соответствовать линзе, которую мы носим, и тем самым всякий раз подтверждать ее мнимую пригодность. Анализировать надо только применительно к тому воздействию, которое может оказать данное утверждение на нашу жизнь. Многие из тех лимитирующих убеждений, которые мы придерживаемся, вероятно, пустили корни в подсознание и теперь возвращаются к нам в виде переживаемого на практике опыта. Помните, все убеждения будут казаться реальными, поскольку ваш опыт во внешнем мире – это проявление или, как говорят, манифестирование имеющихся у вас убеждений. Посему ваш подход к изменению убеждений должен состоять не в том, чтобы задаваться вопросом, являются ли они реальными,
реальными или нет. Скорее, вам надлежит спрашивать себя, насколько хорошо служат вам данные убеждения. Они помогают вам в достижении ваших целей или же препятствуют этому? Я хотел бы, чтобы вы прямо сейчас, не откладывая, составили список из 10 убеждений по поводу денег, которых вы придерживаетесь. Не заботьтесь о том, являются ли данные убеждения позитивными или негативными, а также верят ли в них другие люди в такой мере, как это свойственно вам. Мы просто выясняем ваши убеждения. Никто другой не должен видеть указанный список или даже знать о его существовании. Но если вы хотите получить от него эффект, он должен быть составлен с полной честностью, исходя из вашей внутренней правды и прошлого опыта. Когда вы подготовитесь и внутренне настроитесь, то прежде чем продолжать чтение, заполните приведенный ниже список и внесите туда ваши убеждения. Итак, вы написали список из 10 убеждений по поводу денег. Теперь внимательно перечитайте указанный список. Воображайте раз за разом, как то или иное убеждение резонирует внутри вас, притягивая или отталкивая разные обстоятельства, в зависимости от колебаний, которые при этом порождаются. По мере того, как вы станете продвигаться по данному списку, вам станет ясно, что некоторые убеждения работают на вас, а другие против вас. Теперь около тех, которые работают против вас и препятствуют вам, поставьте значок «крестик». Далее проведите отдельное независимое исследование каждого убеждения, помеченного таким крестиком. Поймите, что факт наличия у вас данного убеждения, а также его подтверждение опытом, вовсе не означает, будто оно реально в каком-то абсолютном смысле. Оно может быть реальным для вас в вашей конкретной жизни и применительно к вашему опыту. Но что это доказывает? Только то, что вы на самом деле испытываете, проживаете данную реальность. Но действительно ли данное убеждение и данная правда реальны для любого другого человека? Теперь можно прямо на месте всесторонне протестировать каждое убеждение. Задайте себе следующие вопросы. Каждый ли человек придерживается этого убеждения? Соответствует ли оно любой линзе? Существуют ли люди, которые не придерживаются данного убеждения? И если да, то каков их жизненный опыт? Анализируя свои убеждения таким образом, вы обнаружите, что никакое убеждение, никакая истина не является абсолютной. В этой связи можете принять решение избавиться от любого нежелательного убеждения, которое вам не по вкусу и напротив, взять себе любое новое по своему усмотрению. Можете в самом буквальном смысле подбирать себе подходящее убеждение. Смену убеждений можно осуществить, если вы готовы и в состоянии держать свой разум открытым. Для этого потребуется дисциплина, и поначалу то, что вы будете делать, бросит вызов вашей логике и чувствам, но это всего лишь малая цена, которую предстоит уплатить за возможность использовать мощь своего разума и взять на себя заботу о своей судьбе. Прежде чем расстаться с данной главой, позвольте мне заявить, что никто не может изменить ваши убеждения за вас или ради вас, равно как никто извне не может